Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Просматривая экономический календарь, вы часто могли видеть информацию об индексе деловой активности PMI по Германии, США или другой стране. И в этом видео мы разберемся, что же это такое. Итак, данный показатель отражает производственную активность за предыдущий месяц со стороны в первую очередь менеджеров по закупкам в компаниях, от которых будет зависеть и объем производства, что в свою очередь является сигналом, отражающим общее настроение в экономике страны. Эти данные считаются очень важным и надежным экономическим показателем. Если индекс имеет значение ниже 50, то это указывает на экономический спад. Особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Значение существенно выше 50 указывает на период экономического роста. Индекс агентства ISM, публикуемый в США, является результатом ежемесячного опроса более 400 компаний в 20 отраслях промышленности 50 штатов. И качество данных ISM доказано с течением времени. Например, во время рецессии дно, указанное ISM, может предшествовать поворотному моменту экономического цикла на несколько месяцев. Показатели выше ожидаемых рассматриваются как позитивное бычье направление для американского доллара, в случае, если мы смотрим данные по США. А показатели ниже ожидаемых, конечно, указывают на негативный или медвежий сценарий для американской валюты. Индекс деловой активности в США публикуется в самом начале месяца, обычно 1 числа, если это рабочий день. А, например, в Германии поочередно в первую или последнюю неделю месяца. Чтобы убедиться во влиянии этого показателя на курсы валют, откроем график пары евро-доллар и найдем на нем время выхода последних публикаций. Первый прямоугольник золотого цвета соответствует выходу публикации по США, второй по Германии. Мы можем видеть относительно повышенную волатильность и размер свечей в эти моменты на рынке, что, безусловно, подтверждает значимость этого показателя и может быть использовано нами в повседневной торговле. Надеемся, данное видео было вам полезным. Всего доброго!